Ребята, всем привет. Вот у нас закончился запас сена. Сегодня мы поедем в то место, где мы летом косили траву. Был сенокос. И привезем оттуда большой сток сена. И вот так сразу на ходу мы закидываем копна. И у нас образуется большой сток сена. Вот Степан Николаевич. А сейчас приедет дядя Степа на своем тракторе Беларусь. И с помощью него мы поедем и привезем сено. Как мы это будем делать, смотрите на нашем канале. Сейчас заправим трактор. Так, взяли 20 литров. Литр ДТ у нас 78 рублей стоит. Приехали за волокушами. Вот такие сани-волокуши. С помощью вот такой телеги мы возим сено. Степан готовит трассу, чтобы воткнуть эти вилы в сено. Перед тем, как надо стряхнуть снег от сена.
все готово к погрузке. И Степан Николаевич начнет процедуру погрузки сена. Это происходит путем, так сказать, тарана волокушей. Задним ходом. Так, не смогли загрузить сено. Сено задним ходом дошло до изгороди, чтобы изгородь не сломалась. Мы будем лебедить сам сток сена. Будем лебедить на свой барабан, на колесный барабан. Трос у нас не хватил, потому что сено далеко стоит. Ну, как всегда, нам на помощь пришла Т-плюс, такелажная оснастка, динамический строп на 9 тонн. Трос с другой стороны прикреплен
на то колесо, на правое, на диск, и соответственно с обеих сторон. Когда трактор поедет, он сам уже замотает. А нет, он сейчас задний ход даст. И соответственно замотает, залебедит сено и погрузит. Загрузили. Этим же тросом мы прихватываем сено к стоговозу.
профессиональный водитель со стажем Степан Николаевич справляется на 10 баллов. Сколько сена тебе привезли. Скажи всем спасибо, любви, счастья и до скорых встреч.